Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Яичницы куриной с приправой обалденной. Значит, типа, готовим еду, я беру сковороду, потом на сковороду эту мать курицу кладу, потом туда вдогонку ей подсолнечного масла, еще немного перца и протертой сырной массы, еще воду морковки и покрашу лучку. А чтоб не вышел запах, можно врезать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эх, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях поле закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Яйца не в дом, несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца несытны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца разобрели, лишь бы они не подгорели. Приятного аппетита!
Ну как, девочки? Супер, Джефф.